класс Мацури. Крайний день для того, чтобы прикататься мне к тачке и прикатать ее саму. Тачка очень сырая, абсолютно не подвластна пока никому, даже нашему латышскому чемпиону. Но я думаю, мы ее оседлаем и также обуздаем. Посмотрим. Как обычно, самый выделяющийся техпарк – это команда Тими Кагама. Очень оперативно работают, они мне помогают. Пытаюсь найти решение по машине. Пока все так вязко, туда не сюда. Ну, я думаю, что решение мы общими усилиями найдем. В этом году мы получили свежие покрышки и довольны их качеством, потому что покрышка довольно с выраженными цепными свойствами. Нам она сейчас нравится. И синоптики говорят о том, что будет солнце, на что у нас огромная надежда. Хотя, на самом деле, мне кажется, что подожду я езжу лучше. Проверим. Второй день в плане прикатывания, да, наверное. Но первый день соревновательного процесса. Сегодня у нас будет квалификация. Конечно же, уже ощущается накал. Сегодня приехали все пилоты, выстраивается техпарк, становится все так занято и довольно-таки плотненько. Вчерашний вечер закончился на положительной ноте. Появилось ощущение приката к автомобилю. Единственное, умер ГУР очередной. Это наша проблема извечная, пока непобедимая. Но, надеюсь, это временно. Безусловно, настроение боевое, команда у меня хорошая, она меня подбадривает, и я их подбадриваю, и как бы хорохоримся, готовы к бою. Сегодняшний день прошел у нас достаточно сумбурно. Продолжали мы пытаться добиться хорошего качества от автомобиля. Очень сложный день, как физически, так и морально, но оно того стоило. Везде боролись с автомобилем, с ГУРом. За 15 минут до окончания тренировочного процесса я наконец-то выехала, оседлала свою тачку, выехала на ней. В целом она молодец, собралась и показала хороший результат, заняв 9-е место. Конечно же, даже если бы это было первое место, вряд ли бы я сказала, да, я выложилась на все 100, я довольна. Но я попала в десятку. Есть какое-то чувство облегчения, потому что все-таки машина поехала, все-таки у меня есть шанс какой-то. Не так все печально, как казалось вначале. И я довольна. Завтра мы ждем от Кати больше открытого дросселя, больше дыма и больше скорости. Мой муж, да, приехал на первый этап со мной.
это тоже как-то поддерживает. Он приехал не участвовать на самом деле, он приехал решать нюансы по настройкам машины. Ну и заодно мы решили, почему бы нет. Когда есть открытые лица, открытые руки, да, и говорят, да, клево, что ты приехала, погоняем, да, покатаешься с мальчишками, утри им носы, да, я вижу, что меня поддерживают, это меня вдохновляет. В парных заездах открылся капот, ну и, соответственно, дальше я уже никуда не поехал и проиграл заезд. Второй заезд, ты видела, как я широко тебя везде? Да, кроме змейки опять. Сука, кроме змейки. Да ладно, я на змейку заехал везде. Под стеночку тебе заехал. Под стеночку заехал, а первую ты меня срезал. И он тебя обиделся немножко. А ты когда меня на первом постановке поставил, да. Тебя... То есть я смотрю, я должен видеть вот так колеса, а я вижу их вот так, то есть ты их выпрямила, вот так проскользил, тебя дымишь из-под передних колес. То есть ты потом с клатча, и поехала, и я уже, понял, прежде тебя догонял. Молодец, что посрелся, видишь, работа второго всегда в паре, больше всех работает второй. Да ничего, пап. Ты девушку обидел. Да я не обидел, я же проиграл. А, проиграл? Да. Молодец, красавчик. Это дядя Саша. Да, ну это такая красивая девушка. Эй, кого? Ну что, проиграл, это же удовольствие. Эй, был бы мужик, да, вот, блин, ты бы там напихал, да. Не плачь. Катя боролась и дошла до 8-го места, хотя были и проблемы с машиной, и много всего. Сначала начал сроить двигатель, понемножку, а потом просто бензин не сгорал и выходил с глушителя, там пламя шпарило у ней. Ну, потом в одном заезде с Женей Ситуковым она ошиблась и вылетела, оказавшись на 8-м месте. Этап завершен. Поздравляю всех победителей. Не было все как по маслу, но, в принципе, выступили хорошо. Катя молодец. Хороший был уикенд, отличная погода. В принципе, неплохо покатались. В целом, технические трудности преодолели. Для меня в очередной раз стало убеждением, что самый сложный твой напарник – это ты сам. Вот. И сама себе все испортила. Но я считаю, что
сделали почти все возможное. Я сделала почти все возможное. Очевидно, если я проиграла, то я накосячила. Так и есть. Я просто не хочу больше косячить. Я постараюсь больше что-нибудь делать. Макса капот открылся, я говорю, вы что, капот не закрыли? Ну, я вообще-то не матерюсь, но вот тут вырвалась, взяла на ребят, наругалась. Пойду сейчас извиняться.